Здравствуйте, с вами Иванова Лариса. Приветствую вас из центра Барселона. И вот сейчас у нас обзорная экскурсия по городу. Очень красиво, много чего видели. Удивительная архитектура. Такая какая-то потрясающая геометрия. А вот сейчас вы видите перед собой, это самый большой костел в Европе. И архитектор Гауди, он строит его только на пожертвования. Именно поэтому так длительно, уже, наверное, не один век, идет строительство. Но посмотрите, какая просто необыкновенная архитектура. Даже не верится, что такое может быть сделано руками человеческими. Вот такой вот костел. Вообще Испания – это полностью католическая страна. Здесь 97% населения – это католики. Но немного есть мусульман, евреев, протестантов. Вот так, привет из центра Испании, Барселоны.